Эх, как-то скучновато в нашем городе. Ни одного человека, все, наверное, по домам сидят, спят, дрыхнут постоянно. Эх, грустно, конечно, здесь у нас в городе. По телеку мопсики идут, ура! Какие няшные мопсики, посмотрите, просто жесть. Кстати, у меня тоже два мопсика было, но, к сожалению, они поумирали. Эх, жалко мопсиков. Поставьте лайки, если вам тоже жалко моих мопсиков, которые умерли. Эх, земля им пухом, малышам. Ставь лайк, если ты про, а с вами Найсик, бро. Я вот реально сейчас смотрю на мопсов, и мне как-то даже жалко стало своих. Но они такие няшки, посмотрите, как они головой вертят. Ладно, что я еще хотел? Я хотел... Стоп. Кто звонит? Где... Где звонок? Я где-то слышу прям. Стоп, с моего балкона идет. Странно, странно. Сейчас соседи еще придут. Хотя ладно, все дрыхнут, всем плевать. Где здесь что-то звонит? Господи, вот тут где-то. Стоп. Вот это источник звука. Вот он, айфон. И мне кажется, звонит человек-костюм. Костюм-мен. О, нет, только не он. Ладно, не знаю, кажется, мне придется принять безысходность, потому что если я отклоню, он, кажется, за мной придет или убьет моих друзей, наверное, не знаю, которые когда-нибудь костюмы свои наденут. Ладно, так что быть, принимаю. Опа-на. Найсик, бро. Я открыл портал, ты обязан в него пройти. Если не пройдешь, то тебе канда. Все, пока, до встречи. Пока. Черт, вот знаете, вот это очень печально, то, что мне может любой хрен позвонить и просто начать мне, мною манипулировать и все такое. Мне это не нравится. О, кстати, вот, Гомер Симпсон, а че это ты прячешься? Не ты ж звонил. Ладно, плевать на него. Пойду, короче, портал искать. Где он вообще портал открыл? Что-то я не очень понял. Что-то я хожу и не понимаю, где портал? Где он? Гомер, признавайся. Гомер, ты чё? Я понял, ты смотрел на портал и такой, опа, на что это за фигня такая? Ладно, я тебя понял, спасибо, Гомер Симпсон. Я погнал в этот портал. Интересно, что меня там ждет? Раз, два, три. Ох, ничего себе меня толкнуло. Ну, снова портал, кажется. И я уже вижу, куда-то можно зайти. Стоять, не двигаться! О, человек-костюм! Стоять! Я тебя прямо сейчас застрелю! Последнее твое слово! Стой, не стреляй, я добрый! Слушай, я знаю, что ты не добрый. Что мне мешает застрелить тебя прямо сейчас? Ладно. В этом сундуке лежат оружки. Тебе надо пройти опасные паркуры, и в конце будет портал в твой дом. Если ты меня убьешь, все закроется, и ты останешься тут навсегда. Думай сам. Ладно, я забираю оружки, я погнал. Только ты, слушай, меня вообще не трогай, понял? Я тебе не очень доверяю, таки, понял? Все, давай, пока, я пошел. Удачи тебе! Ха, какой-то слишком добрый человек, костюм, на самом деле. Так, что у нас там наверху? Надо, кажется, подниматься наверх, и я не знаю, что там будет. Ну, давайте забираться потихонечку. Так, вот сюда вот. Я не люблю паркур, но здесь он какой-то странный, непривычный для меня на самом деле. Так, значит, вот сюда прыгаем. здесь какой-то монстр. Эй, стоп, ты добрый или что? Слушай, парень, иди сюда. Ты что здесь делаешь? Что забыл здесь? Ладно, ты какой-то странный, поэтому я тебя трогать не буду, но мне кажется, что мне все-таки вас надо будет мочить. Слушай, ты мне мешаешь, так что извини. Ну что ж, прыжок. Ой-ой-ой-ой-ой, я не понял сейчас, как сюда забираться. А, так, значит, все ясненько, все предельно ясно. Здесь надо на воротинке вставать. Ну блин, ну что ж за бред, я не могу нормально проходить. Все, вот так забираемся. Вот сюда теперь, аккуратненько. Теперь вот сюда. Ну что такое? Пожалуйста, только не упади, Найсик Бро, потому что если ты упадешь, то ты будешь, ну... Да, ты нуб, ты упал в самый низ, кажется. Да, я провалился в самый низ. Ну что это такое? Это реально Unreal Parkour. Как, знаете, в ведерке вот этот мужик, такая игра есть. Смешно, это можно провалиться в самое начало. Это просто ужас. Ладно, все, аккуратненько проходим потихонечку, помаленечку. Что за бред? Я что, не туда прыгнул? И вообще, я не люблю такие замкнутые места. Очень неудобно. Вообще пугают они меня на самом деле. Так, куда дальше-то? Я что-то не очень понял, что и куда мне тогда? Объясните кто-нибудь, объясните. Вот сюда же надо, да? Дальше я заберусь. Стоп, я что-то не очень догоняю. Куда мне дальше-то? Вот сюда, да?
А, и вот сюда, все. Я что-то тупанул немножечко. Все, теперь вот сюда запрыгиваем. И уже наконец-то воротинки. Здесь какой-то монстр, слышь? Отошел! Ничего себе он меня ударил, но он, кстати, слабенький. Все, чекпоинты здесь эти, фигоинды. Не будем на них обращать внимание, просто прыгаем дальше. Вот так. Нет! Стоп. Я очень боюсь падать, потому что это очень страшно. Здесь можно просто потерять все, что ты делал, всю, весь этот паркур проходил, и ты можешь потерять вмиг его. Ладно, все, фастиком все проходим. На, получаем моллюск просто, маленький. Все, идем дальше. Я хочу очень быстро это пройти, потому что я париться особо не хочу. Здесь еще один. Но они очень легкие. И, кстати, здесь уже надо вот так вот делать. Вот это вот поднимать. Спускать, отошел. Отошел, я сказал. Ой-ой-ой-ой-ой, ударил меня, спустил. Господи, как же они бесят. Ну реально, зачем мне он позвонил вообще? Чтобы просто у меня забрать как бы время, да? И еще один, и еще один. Ну дайте-ка я через вас пройду. Нет, этот не позволил мне пройти. Ну и получил по заслугам. Так, здесь через... Вот так вот через дверь надо проходить. Вот этому мы выбелили. Еще один внизу. Получай, все. Ну что ж, забираемся на нашу дверку. Еще на дверочку. И все. А, они все падают, как нубасики. Мне не приходится расходовать даже патроны на них, потому что они не могут выжить против моих сил. Все, теперь просто забираемся наверх. Давай. Да что ж ты делаешь? Ну что ж, ладно, прыгнем сюда. Нет, аккуратно. Еще разок. Так, уже чекпоинт 6, а я ничего не чекпоинтился. Здесь как? Здесь вот так вот, я так понимаю. Только давай, Насик, бро, смоги. Я же приближение делаю случайно. Вот, наверное, с этой... Я оставлю слот, чтобы нормально прыгать с ручкой. Но только, посмотрите, ничего не выходит. Может, надо... Нет, так не получается. Значит, вот так. Ну что ты делаешь? Давай, поднимайся. Все. Нет? Стоп. И как мне это делать? Я что-то не понял. Давай. Стоп, что? Это все было из-за мода, теперь я могу спокойно пройти. Я такой думаю, чего? А потом понимаю, что анимация проходит, и это плохо. Поэтому я убрал этот мод. И теперь мы можем спокойно проходить дальше. Это приятно, потому что... Стоп, ты чё ж меня так пугаешь-то, а? Все, вниз идем. Интересно, там вода? Да, хорошо, там вода. Все, мы прилетели. И здесь босс. Босс этот, как его, человек? Костюм, получай. Па-па-па-па-пам. Легко. Я думаю, будет сложнее. Все, забираемся дальше. Поднимаемся по воде. Я надеюсь, мы не упадем в воде. Я просто не очень понимаю, как они меня столкнули. Вот вы, маленькие гадины. Ладно, все, возьмем калаши. У нас, в принципе, весь инвентарь калашей и всего подряд. И вроде бы всего в достатке. Кстати, очень много здесь оружия, прям закидали меня ими. Но, в принципе, я какие-нибудь могу вещи взять к себе домой. И это очень круто, я очень доволен этим. Все, поднимаемся наверх, просто спокойненько и радуемся чекпоинту. Можно подниматься дальше, потому что вода это легко. Что? Стоп, я что сейчас вообще снубил? Это что такое? Кажется, мне придется реально ставить чекпоинты, потому что я просто сейчас упал вниз, и я все испортил. Да, я поставил спавн поинт. Все, можно идти дальше. Вот туда, вот на водичку. Уф, хорошо, что я поставил спавн поинт, потому что я мог упасть полностью. Вот, я понял. Я что-то просто в элементах паркура не очень соображаю. Вот, смотрите. Опа-на! Стоп, нет, не совсем приподнялся. Там надо, чтобы он... Полностью приподнялся. Господи. Так, ладно, килл. Ничего, справлюсь и так. А, здесь все нормально. Я думал, с меня ружки выпадут. Еще раз килл, короче. Потому что мне не очень приятно то, что я умираю и все заново проходить. Все, теперь вот так вот поднимаемся. Все, мы дошли. Дальше вот сюда, давай. Дальше вот так вот. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ладно, но по уровню мы сможем легко проходить. Просто надо вот здесь вот сосредоточиться. Ну, господи. Как же я ненавижу человека-костюма. Он просто мне все испортил. Интересно, а кто мне следующий позвонит вообще? Какой псих будет еще хотеть звонить мне в 3 часа ночи? Блин, это вообще полный ужас. Это невыносимо, реально. То есть, я должен терпеть вот эти издевки от них? Слушайте, а может гейммод подрубить на воду? Хотя ладно, нет, не буду. Все-таки я не такой читер, но килл могу прописывать. Все, сейчас я подрублю максимум скилла. Сейчас Насик Бро покажет. Вот, молча тупо прошел. Вот сейчас тупо помолчал и прошел. Все. Дальше. Нет, Насик Бро, не смей падать. Если ты упадешь, ты придурок. Ты придурок, Насик Бро.
Ты полный идиот. Ты все испортил. Это... Все, я, короче, бомблю. Я пишу гейммод 1. Я прорываюсь вперед. Просто на позиции вперед. И меня здесь ждут эти хрены. Они меня сбивают. Но если бро читер, пишите в комментариях. Ладно, я принимаю то, что я читер, но я упал в самый низ. И кажется, мне придется все равно проходить. Если я сейчас не пройду, то я снова подрубаю гейммод. И мне плевать, потому что если я не справлюсь с этим, это будет невыносимо скучно. Я не хочу, мне не нравится это все. Я ненавижу паркур. Вот если я сейчас не пройду, то я читер. Да, я читер, все. Плевать мне. Я ставлю гейммод и прорываюсь вперед. Все, теперь я точно буду честно. Не будет меня ругать этот хрен, то, что я парочку раз там подрубил гейммод в сложных моментах. Он, в принципе, этого не заметит, потому что человек, он мне позвонил, в общем-то. Так что я тут не при делах вообще. Так, сейчас надо сделать... А как здесь вообще проходить, я не понял. Это вообще было для меня непонятно. И, кстати, я забыл гейммод поставить, так что я лечу снова. Ой, точнее, спаунпоинт поставить, так что здесь поставлю. Спаунпоинт поставили, теперь я буду, блин, на каждом блоке ставить спаунпоинт, просто на каждом. Вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот. Вот здесь вот точно надо будет как-то спаунпоинтить. Или вот так. Все, я понял, как это проходить, только я вот упал. Килечек мы прописали, то, что доктор прописал, и я упал снова. Это печально, потому что я хочу уже пройти. Все, вот так вот. Правильно, правильно. Теперь вот так, все, изи, паркур, я все-таки профи паркура, но на самом деле я полный нуб, полный олух, ничего не могу, но я смогу, да-да-да, смогу, конечно, конечно, Найсик бро все сможет, но на деле он только нубски умрет, вот сюда, стоп, это что, вот сюда, да, то есть, вот так, и прыжок у нас не получился, интересно, почему, у меня один вопрос, почему там не получилось допрыгнуть, вот если я вот здесь по умпоинт кликну, и вот так сделаю, почему я не могу достать? Я умираю, как нуб. Ладно, еще прыжочек. Давай, ну что ж ты будешь делать-то, а? Короче, этот сектор самый худший, поэтому я прошел дальше. Я тысячу лет стоял, пытался допрыгнуть, и я допрыгнул, только ладно. Все, идем просто дальше. Все, наконец-то я допрыгнул, и можно идти дальше. Вроде здесь уже легкий паркур. Стой, отойди! Не трогай меня, просто придурок. И теперь вот сюда. Да, допрыгнул, вот сюда. Стоп, что там мешает? А, понятно, снова этот блок чертов. Все, вот так вот. Получилось. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Нет! Я в самый низ упал. Прям меня просто натолкали вниз. Что за беда? Ай-яй-яй-яй, на меня напали эти мобики. Все хорошо. Наконец-то они от меня отстали. Теперь можно идти дальше. Просто делаем прыжок. Нет, ну почему не получается сделать прыжок? Ох, как я устал. Вот мне намного интереснее. Я не знаю. Я не знаю, если бы здесь не было этих мобов, мне было намного интереснее. Они просто придурочные. Ну что ж, давай, сейчас момент истины, Найсик бро. Если ты сейчас не сможешь пройти, то ты полный олух. Вот здесь вот прошел, вот здесь вот прошел, вот здесь вот прошел. Молодец, Найсик бро, у тебя осталось... Ты просто потерял все сейчас. И жену, и квартиру, и вообще все денежки, потому что ты дурак. Ох, я так близок к концу. Нет, я упал. Что за беда? Ладно, сейчас еще раз попробуем. Все, допрыгнули? Нет, не допрыгнули. Понятно, понятно. Конечно, мы не допрыгнули, потому что это же Найсик бро. Он всегда не достает ни до чего. Это будет самое мучительное. Я вообще ненавижу. Это для каких вообще сверхразумов паркур? Интересно, напиши в комментариях, смогли бы вы пройти вот этот паркур просто нереальный. Мне кажется, ни один человек в мире не прошел бы этот паркур на легких, потому что ну посмотрите, это самый дикий паркур, который я только видел. Особенно на скоростях, представьте, кто-то это же может пройти. Какой-то полный псих. Но я не могу, к сожалению. Я вот так вот играю просто килл, 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 килл. Постоянно, постоянно килл. И я уже реально устал. Когда там будет уже портал мой откроется? Я жду. Я просто ненавижу этого человека. Пау! Нет, я снова упал. Конечно же, я упал. Ну почему же так все происходит? Почему мне постоянно вот так вот не фартит? Кстати, я не туда прыгнул. Вот так. Да, это я реально сейчас психану. Так, ладно, воспользуемся последним шансом. Я нечестно все это прошел. Я много использовал гейммод. Да, я, конечно, козел. Кстати, что у нас там в третьем? Стоп, что там? Ох, интересно, куда же я опять попал? Здесь какие-то человеки-костюмы. Чего вам нужно, люди? Эй, что вы хотите? Они идут на меня. Ты читер, ты не прошел нормально на карту. Ты
Обманщик, читер! Ну да, я читер. Ставь лайк, если ты тоже читер. Кстати, во мне калаш торчит. Пойду-ка я их порешаю, потому что я хоть и читер, но я не хочу, чтобы меня здесь оскорбляли, поняли? На весь город, вообще, вы что, офигели? Идите сюда. Точнее, на какой весь город? На весь парк аттракционов. Кстати, они здесь и живут. Стой, 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 стой! Отойди от меня, отойди, я сказал. Ай-яй-яй, больно, конечно, жесть. Все, получайте, получайте. Пау, пау, пау. Так, стоп. Очень долго перезаряжается. На. Они очень сильные, смотрите, просто жесть. Сколько им урона надо вносить? Все, получайте, получайте. Извините, людишки, что сделали здесь хаос полный. Я все уничтожу. На. Все, получил по заслугам. Еще одного, давай выпилим еще одного. Все, вот так вот, давай, получай. И не трогай даже мое место. Это все, это моя база. Все, пам. Осталось еще чуть-чуть добить тебя. Пам. И все, и ты умрешь, и больше вас не будет здесь. Все ваших этих костюмов страшных. Пугаете народ, блин. Получайте, получайте, получайте. Все, готово. Кажется, я с ними справился, и все, я доволен. Кстати, надо калаш убрать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. С вами был Найсик Бро.